Ну, мне кажется, что это эволюционный процесс вообще всего телевидения, да, и просмотра его зрителям. То есть у нас там раньше было телевидение, пару каналов. Опять же, я вот свою позицию выскажу, как я это вижу, потому что на данный момент мнения могут различаться у разных структур, людей, там, организаций, а какого-то усредненного и подтвержденного фактами нет вообще, поэтому тут либо персональное, либо ничье. Вот. Я считаю, что телевидение развивалось определенный промежуток времени. Оно показывало там 1, 2, 3 канала, да, и само формировало наполнение там, и что-то тебе рассказывало, что ты не выбирал. Потом появился кабель, ну, кабельное телевидение, да, у тебя, и оно начало дробиться по контентным там наполнениям. Охота, рыбалка, кухня там, да, отдельный канал, мультфильмы отдельный канал там с фильмами. И вот это дало выбор еще больше, да. Потом, когда появился интернет, там потоковые сервисы потокового стриминга, да, во-первых, обилие этого контента еще более возросло, потому что каждый может сесть, включить камеру и начать показывать что-то. Во-вторых, персонализация контента выросла в миллион раз, еще больше по сравнению даже с кабельным телевидением. То есть, если я хочу играть в какую-то игру, да, я могу ее стримить просто, но я же еще и сам формирую программу этого стрима. То есть, я что-то там в этот момент делаю. Я могу шутки рассказывать, да, а могу сидеть и пугаться того, как я играю там в ужастик, да. Или могу с кем-то еще со зрителями разговаривать во время своей трансляции, играя там, например, в Диабло или в танки. И вот это третий момент, к которому я хотел прийти, интерактивность. Потоковые сервисы потокового видео дают возможность еще и некоторого интерактива со зрителем. Ну и очевидно, что зритель, который тоже эволюционирует вместе с потоками контента, которые рядом с ним проходят, он тоже переходит и выбирает то, что ему больше в этом плане нравится. А ему нравится как раз вот это вот разнообразие, интерактивность и новые площадки, а также удобство. Ну, лежать с планшетом, смотреть в кровати трансляции чемпионата мира по танкам, это удобно. Поэтому у нас есть часть мобильного трафика, который постоянный, и он там не меняется. То есть там человек, например, хочет посмотреть с мобильного телефона где-то, да, как его любимый блогер комментирует, опять же, наш финал, например, да, он просто включает, садится и смотрит. С обычным телевидением такого не сделаешь. Соответственно, он выбирает то, что он хочет. А если компания хочет следовать за своим игроком или зрителем, она должна эволюционировать. Поэтому Виктор и сказал про новую медийную реальность. Это правда. Киберспорт, он формирует большой объем контента. Это тоже правда, объективная. Потому что ты буквально формируешь площадку, то есть даешь инструменты игроку, а игрок сам каждый раз разыгрывает новые сценарии, которые уникальны, потому что, ну, человек, он уникальное существо и может постоянно все делать по-новому в рамках предложенных правил даже. Поэтому у нас получается огромный запас контента, которым мы можем пользоваться и показывать его кому-нибудь еще, да, там, записи или в реальной трансляции. Поэтому Blizzard и открыла подразделение киберспортивное, которое собирается, как сказал Бобби Котик, делать ESPN от Blizzard, да. Поэтому все открывают киберспортивные направления, потому что это огромный пласт медийного контента, который действительно очень плотный, его много, он интересный, потому что он разнообразный, да, он персонализированный, ну, для конкретной аудитории, и он может быть интерактивным, если это того требует, и все. Да, я понял вопрос. Ну, что касается кнопки, да, то, насколько я знаю, кнопка уже есть, но она пусть не киберспорт, но игры. Там в русском регионе работает телеканал Game Show, да, вот, в котором в том числе транслируют и киберспортивные матчи. И периодически на обычных каналах показывают киберспортивные трансляции. Лига Легенд на 2x2 была, по-моему, в Штатах Dota на ESPN. Вот мы недавно на телеканале «Звезда» показывали наш клановый турнир «Абсолютное превосходство». Серии его сейчас еще идут. По-моему, должны выйти еще 2-3 серии. Вот. Здесь вопрос скорее, ну, нужен, не нужен. Телевидение — это все-таки еще очень-очень мощный и широкий рупор, через который можно кричать. А кричать можно, ну, в толпу, да, а кричать можно по-разному. Соответственно, киберспорт — это тоже неоднородный монолит. Это набор дисциплин, объединенных под одним термином — киберспорт. Но там есть Counter-Strike, Dota 2, Лига Легенд, там, Мир Танков, StarCraft. Еще новые дисциплины появляются, там, HOTS, там, может, возможно, Overwatch, там, захочет Blizzard, да, дальше развивать. И все они для разной аудитории.
То есть League of Legends одна аудитория, там Dota 2 вторая аудитория, там танки третья аудитория. У нас, например, аудитория более классическая, и для нее не чужды каналы распространения информации типа телевидения. А потому что для нее в порядке вещей прийти домой, включить телек и, возможно, посмотреть на нем танки, да? Но, для, опять же, для части нашей аудитории в диковинку смотреть трансляции в интернете, они не готовы к такому. Они никогда этого не делали, для них это в новинку, этому приходится их обучать. Соответственно, с такой позиции, да, телеканал интересен, дополнительный канал, по которому можно поделиться со своей собственной аудиторией контентом, который ты для нее производишь. Но, с другой стороны, все зависит от дисциплины, потому что Dota 2... Ну, хорошо, ладно, Dota 2, там, или Лига Легенд, да, у нее аудитория молодая, продвинутая, для нее не чуждо, ну, технологически подкованная, скажем так. Для нее в основном не чужд интернет, YouTube, Twitch, это все, что они пользуют каждый день на регулярной основе. Поэтому, возможно, что в рамках такого подхода выход на телеканал не увеличит тебе покрытие. Но, опять же, поскольку никаких правил и, что самое главное, аналитики поэтому еще нет, поэтому нужно запускать и смотреть, и тогда говорить точно. Но я считаю, что вообще выход на телевидение – это позитивный шаг, это просто признание в обычном, классическом, традиционном мире нового направления как легитимного. Вот что для меня в первую очередь значит выход на телевидение, потому что, ну, это как традиционный мир, вот, вот ты к нему пришел, и он тебя принял к себе. И, ну, это хорошо, это круто. Поэтому запуск в Штатах лиги по Counter-Strike, наверное, только это логичное продолжение того, куда двигается индустрия в плане легитимизации в обычном общем обществе, в широком, не только игровом. Ну, я хочу сказать, что танки вообще достаточно интересная игра в плане демографии, потому что возрастные рамки там очень широкие, то есть есть люди действительно в возрасте и есть совсем-совсем молодые ребята. Поэтому это и отличает, в принципе, проект, как минимум на территории СНГ. Ты абсолютно верно заметил, да, возможно, так и есть. Это все, что я смогу сказать. Нужно взять, как я уже и говорил, сделать и посмотреть. Поэтому мы запустили наш клановый турнир «Абсолютное превосходство» на телевидении для того, чтобы оценить потенциал, ведь как-никак приставки-то есть, которые замеряют рейтинги. Посмотрим рейтинги, посмотрим, как аудитория принимает это, попробуем пообтесать в нужную сторону, ну и двигаться дальше, разговаривать. Может быть, что-то из этого и получится. Ну, мы как компания, да и вообще любой бизнес в этом плане развлекательный, всегда ищет новые пути доставки контента, да, каналы доставки контента и сам контент. То есть контента у нас есть, сейчас мы экспериментируем с вариантами его доставки. Там, например, у нас в основном используется канал на Twitch, как стриминговый сервис. Ну, мы также пользуемся YouTube, да, смотрим, где наша аудитория более комфортна. Мы также вот партнерились, да, в рамках трансляции с Контактом, который запустил недавно сервисы. То есть и у нас часть аудитории сейчас через ВКонтакте смотрит, например, нашу трансляцию, вот прямо сейчас причем, я думаю. Это, знаешь, бесконечный процесс, ты чего-то улучшаешь, ищешь новое, и телевидение – это как один из этапов, да, в том числе. Ну, не панацея, а скорее, а как один из каналов, по которому ты можешь до своей аудитории достучаться. Ну, начинали мы, наверное, отличия, преимущества, да. Ну, я вообще о преимуществах говорить сложно и неправильно, скорее. Ну, а какое преимущество у водного поло над бадминтоном? Да, ну, это... Спорт объединяет под собой множество разных дисциплин, так и киберспорт объединяет в себе множество разных проектов, да, игровых. Поэтому говорить о каких-то плюсах и минусах по сравнению с традиционным спортом – это одна из альтернатив. Если она нравится игрокам, если она находит своего зрителя, то это вполне себе легитимная дисциплина, которая имеет право на жизнь и на развитие. Ну, спросом она пользуется. Благо, стадион вот собирают, Dota и Counter-Strike. Ну, вот мы смогли Торвар Холл в Варшаве собрать на чемпионате мира нашем. И я думаю, что в этом плане так и нужно подходить к вопросу. Это одна из дисциплин в рамках спорта. Вы, ну, хотите следить за лыжами. Я лыжи смотрю тоже, например, дома. У меня папа лыжник, и мне интересно. Я бобслей люблю. И футбол, там, крупные мероприятия смотрю. Ну, то есть не ограничиваюсь чем-то одним. И я считаю, что каждый вправе и должен, скорее всего, так поступать. Вот. Ну, это скорее звучит,
интересно, да, но нужна практическая реализация. Опять же, шлем виртуальной реальности, да, звучит интересно уже сразу априори, потому что ты можешь там в другой мир окунуться, это абсолютно новый опыт для тебя. То же самое и здесь, но я скажу, что нужны какие-то плей-тесты, нужно смотреть, оценивать перспективы. То есть это тоже шлем виртуальной реальности, это всего лишь способ доставки старого контента по-новому тебе. То есть картинки, только в чуть более другой форме. Соответственно, тест и удобство, потому что, ну, на данный момент сложновато будет крутиться, да, и ездить там на танке, например, и крутиться как-то в разные стороны в шлеме VR, это выглядит как минимум будет забавно. Но все может быть, да, нельзя ничего отрицать или запрещать. А касательно легитимизации и Олимпийских игр, вот, это еще один вопрос, наверное, который лежит в плоскости традиционного восприятия, да, то есть хочется, очень хочется назвать новое что-то в привычной форме, да, поэтому принято, что у спорта есть какие-то национального плана, либо такого социального уровня вещи, как там Олимпийские игры, либо дисциплины. Это очень приятно, но, конечно же, для развития дисциплины как таковой не обязательно. Американский футбол вроде как не является там дисциплиной Олимпийских летних игр, да, и ничего страшного, чувствовать себя вполне себе хорошо. НФЛ живет и развивается, и проблем у нее никаких нет. Поэтому, да, это приятное дополнение, будет круто, но не обязательно. И это не обязательно абсолютно для любого спорта, пусть это будет CSGO там, или пусть это будет Dota 2, абсолютно нет. Ну, ты, наверное, сам ответил на свой вопрос. У нас действительно сильные, классные игроки, они немного темпераментные, и это тоже правда. Ну, наверное, да, вот это основной... Зритель тоже темпераментный, поэтому... Ну, это такая черта, ну, ничего страшного. Все разные, ну, не знаю. Ну, а в плане вообще, как культуры киберспортивные, и вообще, чем, наверное, мы лучше всего, ну, по танкам очевидно, да, танки действительно тут вообще ребята из СНГ вне конкуренции. Мне кажется, что очень сильный толчок команда Na'Vi там в свое время придала Доте, выиграв там чемпионат от Valve, самый первый International. Поэтому у нас сильные дотеры на территории СНГ, хорошо играют в CS. Но, очевидно, в Европе все еще лучше, но у нас все равно очень сильные кейсеры и доказывают это. Вот недавно чемпионат, по-моему, в Коламбусе был по CSGO, да, и там команда вот Na'Vi, по-моему, заняла второе место, да. Ну, то есть, а бразильцы первое. Ну, и, соответственно, и причем, ну, играли они до финала уверенно достаточно. Я просто общался с комментатором, который комментировал именно русскую трансляцию. И я считаю, что у нас вообще во всем сильны, кроме, наверное, стратегии. Почему-то со стратегиями не заладилось, и были у нас сильные, хорошие игроки в StarCraft. Warcraft вот вспомнить не могу, правда, и это, наверное, вот наше коренное отличие. Ну, там азиаты всех выиграли, честно говоря, в StarCraft, например, в том же, да, да и в Warcraft в том числе, поэтому удивляться-то не стоит, в принципе, мы тут на уровне. И вообще... Если говорить о уровне подготовки наших киберспортсменов, то они всегда показывают, сейчас стали показывать действительно достойную игру. Найдутся топовые коллективы, наверное, по каждой дисциплине точно есть. Так недавно же в космос еще вышли, вон, с мастеров Orion, да. Ну, то есть, я, знаешь, интересное по поводу там завоевания. Не, ну, скорее, мне кажется, что мы дали возможность игрокам по максимуму играть в наши игры. Это, наверное, ну, мне кажется, основное. Потому что важно, ну, хотелось бы продемонстрировать тот труд, который делали вот ребята наши для всех игроков. Если им нравится, то нам вдвойне приятно от этого. Поэтому тут про покорение, знаешь, речи особо не идет. И, как я говорил, вышли в космос, да, но почему бы и нет? Wargaming — крупная компания, крупный издатель, у него офисы по всему миру, да, у него квалифицированные специалисты, сильный опыт в анализе данных, в издательстве игр, поэтому могут появляться разные тайтлы, просто раньше времени говорить об этом не стоит. Может быть, Виктор вам что-нибудь расскажет, потому что он здесь самый главный, а я подожду и соглашусь с его мнением, вот.
Знаешь, я люблю это вот тоже с фильмами сравнивать, с киноиндустрией голливудской в целом, да. Ты когда делаешь блокбастер новый, ты рассчитываешь на то, что он там заработает много денег, да. Ты добавляешь туда каких-нибудь известных супергероев, делаешь красивые спецэффекты, формируешь сюжет таким образом, чтобы людям было всегда интересно. И рассчитываешь, ну, на этом заработать много денег, выпустив крутое кино, которое много посмотрит. Так и с играми, да. Ты хочешь сделать киберспортивную дисциплину какую-то потенциально, ты добавляешь туда необходимые инструменты, добавляешь возможность соревноваться на равных всем, добавляешь возможность смотреть, как соревнуется, добавляешь возможность там каких-то рейтинги, ладдеры, да, добавляешь там турниры как таковые, и можешь рассчитывать на то, что дисциплина станет киберспортивной. Но, как и с фильмами, никто не застрахован, да, от изменений. То есть невозможно выпустить игру и сказать, вот она сейчас выйдет, и она станет резко киберспортивной. Вот так с танками произошло. Она вышла, никакая она была не киберспортивная. А мы раз, и, да, и начали делать в ней киберспорт. И вроде заходит, и получается. А я помню, французская одна студия делала одну из версий 3D-шутера, который должен быть, там, был взять в себя лучшее от Quake, Dota, там, Counter-Strike, и это должна была быть квинтэссенция киберспортивной дисциплины. Они ее там тестировали, я просто название вот выскочило из головы. Они тестировали, запускали ее в открытую бету на Steam, как я помню, но игра не нашла аудитории большой и не стала киберспортивной. Поэтому здесь большой сплав везения, да, которое предсказать нельзя. Ну и, конечно же, своя собственная плодотворная работа. Ты должен знать, какие элементы добавить в игру, чтобы она смогла стать киберспортивной. Вот, скажем так. Ну и мы, я надеюсь, знаем. Конкуренции вообще никому не нужно ее бояться, наоборот, ее нужно приветствовать по-всячески, и я приветствую конкуренцию. Она дает возможность и одной, и другой, и третьей компании на рынке развиваться, а по факту это развитие будет полезно не только для компании, но и для потребителя конечного продукта. Он получит более качественный, лучший продукт. И здесь все выигрывают. И компании, которые развиваются, идут вперед, и потребитель, который получает что-то более качественное. И, наверное, поэтому я только двумя руками за конкуренцию, и коллегам желаю удачи. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста.